Знаете, в принципе, и сентуки, они имеют, так как это минералка лечебная, такой своеобразный привкус, солоноватый. Может быть, еще из-за этого такой странный вкус. Не особо. На любителя. Мне кажется, лучше махнуть чистый, чем подтягивать вот это вот. Джин с минералом. Ну и джин. Третья рюмочка, да, из моих трех дозволенных мне по таким праздникам, как отпуск. Точнее, не праздником, а поводом. Третья рюмаха. Говорят, на весу не наливает, но иначе он, падла, проливается. Я чуть-чуть все равно пролил. Да, плохому танцору, как говорится, кое-что мешает. Ладно. Это же спирт. Должен высохнуть. Джин с тоником. Как написано, прям чуть ли не оригинальный английский. Ну, попробуем. Запах. Чувствуете? Реально тоником пахнет. Прикольно. Сначала пробуем, как рекомендовали, один к двум, да? Рюмаха джина. И по вот эту полосочку, которую вы почти не видите, тоника. Сболтаем это дело. Я уже повеселел. Допил минералку.